В сквере Жукова скоро вырастет палаточный городок. Представители общественной приемной «Единой России» 12 июня встретятся с жителями города. Выездной прием проведут депутаты, юристы партийных проектов, психологи и судебные приставы. Краснодарцы смогут получить консультации специалистов по самым важным вопросам и обратиться с личными просьбами. А сегодня активисты вышли на улицы города с информационными буклетами и пригласительными на концерт. Их раздавали прохожим по случаю десятилетия общественной приемной, которая партия отметит 12 июня. Для того, чтобы больше народа по городу узнало о деятельности общественной приемной, мы проводим такую акцию. Вопросы, с которыми люди обращаются в общественную приемную, это в основном вопросы транспорта в городе Краснодаре, строительства, в том числе и незаконного строительства, очень много социальных вопросов. За 10 лет работы общественной приемной «Единой России» в Краснодаре за помощью обратились 7500 человек. Партийцы отмечают, что диалог с населением – это важный инструмент, на основе которого строятся программные документы и принимаются адресные меры. Обращаться в выездную общественную приемную единороссов горожане смогут 12 июня с 13:30.